Место. Кстати, уже смотра чувак останавливался, типа, бля, может давайте вам бенза типа солью. Вот. Так что нормальный такой чувак, хуяк, типа, что тут случилось, типа. Вся хуйня. Смотра рулит. Тогда. А, короче, бля. Бля, тебе Бля, я туда доехал на халяву и сюда. Ну, мне мужик кажет, да не надо, типа, бабок. Я говорю, да не, блядь, спасибо, чувак, типа, ну, выручил пиздец. А он, ну, практически тоже сразу же остановился. Нет, ты что, вот так? Блядь, что ты делаешь? Хорошо, ебать, ты гонишь, нахуй. Да пиздец, он тупо разливает, блядь. А не. Блядь, ты гонишь, нахуй. Да шо гонишь, блядь? Короче, Макс, не їдем туда, понял? Їдем в друге место, ближче. Там, оказывается, хуйня полна. Там, короче, блядь, пизда, то, щоб пофоткаться, охуенно, щоб покупаться, ніхуя. Їдем на Рось, по суті діла, те ж саме. Ну тільки скали менше на 50%. Но там є де поплавати, понял? О, вже дзвонять. Тобто їдемо туди. Це ще й ближче, понял? Тобто, ну там подивились, по суті діла, те ж саме, но тільки менше этих, блядь, скали нижче. Да, алло. Да, да, да. Да, все, едем, едем туда. Богуслав. Ага. Ага, ага. Хорошо. Ага. 100. А. Весь станем выкинуть. Пусть она будет, нет? Нехай будет, тільки положи туда. Хорошо, все. Да, 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 вот Макс уже приехал, заправился. Ну, сейчас посмотрим, бля. Сейчас посмотрим. Ну, заправил, но сейчас он, Макс, пробует. Ёб твою мать. Ага. Все, ладно, хорошо, хорошо, давай, давай, пока. Это пиздец.
по хитве. Опа. Шо, странники, блядь. Бей, иди засними, здорово. Блядь, сколько намотали. Здорово. Бей, вно. 304 километра, блядь. Ну, блядь, сколько его, блядь. Обкатали, блядь. Охуеть, блядь. Ну ладно, мы десь виїхали в 5.45. Іра, вітали. Хто Наташа? Так що, де там ваші хвалені Рось. Андрюха, там така вода грязна, піздец, така відкрита. Це жопа. А, ну фотки. Як болото. Там можна фоткати на собі. Фотки. Ні, ми даже, знаєш, не вийобувались, тому що, ну, чисто, щоб потім... Такі грустні. Ні, нас там немає взагалі. Пару фоток вже приймемо. А чого розфокус такий? Не знаю, це Наташка фотка. Так, ні, там, поняв? Місця всі козирні зайняті. В плані, ну, там. Ну, камиши, короче, вот это там Буканський каньон. Вот видишь, вот эти вот пятна, короче. Ага, ну, это да. Грязь, типа. Да, вот это вот тут вообще это белая такая хрень, короче. Типа, знаешь, как типа, ну, ну короче, блядь, купаться, короче, было бы мне неприятно. Там всякие от этих палаточных городков, все сидят. И мы, я тебе говорю, мы тільки по тому селу намотали десь на кілометр 50 неї. І щоб заходить в воду через 5 камуші, блядь, то пиздец. Речка, Рось. Вау. Ні, оно, кстати, ще й воняло. Да? Да. Блядь, тупо воняло болото. Ну, короче, вонь було. Не було, це, знаєш, таке, сніжечка. Да. Что так, блядь, шумит, нахуй? Это не нравится, вы не видели еще то. Короче, машины пришло вот сюда, загоняют. Ну, через дорожку перейти. Опа.
по поводу машины. Перешли. Перешли реку, а ты на так. Не знаю, куда. Такой тонкий намек. Надо кого-то из девочек тут оставить. Да ничего не подумай, нет. Бля, а шо вы ебашит? Они хоть ночью не ебашит, не? Ну да. Не, она на самом деле привыкает. Шо? Ну шо? Да, пошли. Короче, вы зайдете, вы поверьте. Вы ощутите эту воду. Там, я же говорю, прыгать можно. Можно с мостика прыгать. Можно вот там. Там туда была какая-то ехали футболка сильно. Не, ну там понятно. Я думаю, я за это вообще. Сыку. Трошкины туда, но похуй. Да, ну один. О, диви, якась рибка. Ну бачиш проти течії. Ну бачиш, а ніхуя. Успех ушла. И так по чуть-чуть доплывешь, короче.
поставим клееночку, поставим покрывать. Для Беннека надо сейчас, пока сюда можно. Вот, баночку для Беннечка сделать. Сделай. Ну так сейчас сделай. Thank you.
потихеньку, потихеньку. Тут починає глибше бути. Thank you.
А ну, тикай, тикай. Ой, блядь! Thank you.
Рибка, надо будет вытащить. Лава! Жалко, что нема, типа, посмотреть, типа, что тут, как оно вообще в ракурсе. Потом, чуть, там уже можно. На телефоне у кого-то. Вот такой опыт. Да, не получилось, но нихуя не слышу. Не забылся. Стопа.
камушек такой острый, и уже особо прикольно. Ну так а что, блядь, что за фига? Нет, туда один не мает, здесь все.
Это ж нужно время. Да, ну, бля, солидно, солидно, конечно, блядь. Да. А, на рубы, да? Да в круга, блядь. Thank you.
погоди, я уже уебал. Що вона тобі йде, каже, до жінки, там, каже, нормальний лавендос. О, вона каже, от відправить тебе, поняв, Фінляндію чи куди там, учиться, щоб по станках, по ремонтах це все. Бо Оленя послали одного. Ну він, виходить, теж у нас Серега Черненко, може знаєш? Колі Черненко, це ж теж родственник. О. Короче, щось він там натупив, в общем, заложили його, ну я так поняв, треба було його просто з'їсти, чуваки, короче, його з'їли. Він каже, йди, каже, я з нею побалакаю, короче, відправлять, типу, учиться, поїдеш, туди-сюди. А я йому кажу, слухай, не дай Бог щось не буде. Ми кажу, з тобою
7-8. Телята, водичка, минералка.
Ой, я не понял. Ну давай бегом. Стой. Я в особом раунде. Все хорошо. Что? Кто? А, я понял. Давай, Андрюха. Сигани. Вот так. Чтоб вы все не сомневались. Насчет первого, да? Она приедет. Я жду.
цвет, все такое. Мотор. Мотор. Двигатель. Потеет, падла. Давай, потому что она потеет, блин, пожалуйста. Прыгни и все, и выключаем. Окружили вороны и клюют меня. Шли мы на дешевле. Нет, ничего, а ты шоки. Высота, наверное, метрів 15 на ренні. Чей шесть. Приїхали девочки з Росії. Не стоп. Девочки прыгают, понял, 15. Нет, что не будет. Пішли на 25. Моста прыгать. Короче, Ира, или ты прыгай. Блин, не, мне тебя откуда снимать? Сверху, снизу. У нее тільки речки. Хопа! Ты мне говори, тебя сверху или снизу? Да. Туда мне прыгнуть. Вот то я понимаю, как экстрим, там прыгаешь. Змеи. Ира, 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 аккуратно, змея сзади. Какая змея? Оранжевая. Ира, я тебе говорю, змея. Блин. Наташа, я жду. Наташа, сзади змея, бегом прыгать. Это точно. Вы родственники. Я всегда Катюше говорю. Я тебя свожу потом к родственникам. Что ты переживаешь? Сейчас, ну подожди, я поснимаю. Давай! Ну! Так, теперь стоять. Ира, стой. Наташа, давай, залазь. Сейчас. Нет, мне вешаться не надо. И ты, кстати, давай. Сейчас девчонкам сделают один кадр. А где мигает-то? Чтобы зашел воздух, и вот эта хуйня типа выйдет у вас, понял? Ну если я сейчас открыл, можно мучить. Кстати, кажется, темнопаста потом... А, точно, да. И, блядь, не будет запотевать. Да. Да. Не дай, что я проверял, да? Нет. Обои и... полный. Какая цена? Нет, что ты хочешь? По-моему, это камень СМ-65. Что я тоже не могу понять, что я хочу сделать? Подожди, объективно про...
продуть, а то там запотел он. Сейчас потряпайся, подаряйся, грубо так ты. Яйце собрался высиживать? Так. Давай вдвоем, парни.